Сегодня у нас 21 октября 2015 года. Ну вот, с Игнатика начнем тут. Скворечник наш дом. Вот. И здесь спилим на стол вышки деревца разные. Вчера пилили, сегодня пилим. И вот кошечки пришли. Хозяина любят. Раскатистывают. Ну. Вот самый у нас надо такой. Пилить, главное. Подошли, окружили со всех сторон. О, вот этот вообще не поддавался. А теперь к зиме-то глядя. Вот они пошли. А тот как лев. Самый нахальный. У любого отберет воробья, мыша. Белый. Белый. А вот этот всех обижал, а сейчас его все обижают. Он такой нежный оказался, драчун. Серого забивал. А сейчас еду дает, он только отсюда, а рыжая его бац по морде. Он отойдет, сядет и сидит. Вот. Он боялся всех вот этот. А потом взял верх над всеми. Лоб толстый. О. Да и сам такой. О, белый точит когти. Это не любят кошки. Но. Всегда ножи наточены у них. От серой. Отец белый, а мать серая. И он, видишь, унаследовал. У него синхронно. На стене маленький чепрак. Хвост такой, это мамкин. И морда мамкина. Раньше совсем незаметно было, а тут сейчас. Ой. Вот сколько мы убрали сегодня, посмотри. Вот сейчас эти пни большие надо пилить. Не хватает столбушков. Не везут доски. Забота. Тоже забота. А это беленькая, это вообще красота. Ну что, никого нету пилить-то. Вы под пилу-то лезете. А, давайте. Вот смотри, я брошу вот это, иди. Ну-ка, отвлекись маленько. Ой. Давай, Валь, пока он отошел. Ступай. Ступай. Ну? О, опять тешит. О, пошел. О, так. Это рыжий где-то нету. И серая. Пять кошек. Серый будет у... Видите? Вот этот, он, где он будет зиму, непонятно. Трех я в Барнаул увожу, на голубятни будут они у меня. Попеременно. До 20 градусов мороза. А как 20, так все. Актируется им день на мышей. Вот сколько вчера были здесь. Мы все убрали. Почему? Потому что снегу много надувает дальше. Далее. Все время провода задевают. Вот это. Сейчас ничего нету. Все убрали. Провода идут Надежда Васильевна и в баню. Городской-то человек еще этого не знает. Посмотри, какой клен. Редкой толщины. Он не меньше полметра, это самый корень-то, глянь. Ну да. Вот так. Ну давай, Володя. Никак. Окружили нас кошки. Да ничего она не дает. Развода-то нету, раздавило все нам развод. Я делал разводы хорошие. Ну, много пили мы. Еще развод. Вот так. Ну, нет, совершенно нету. Вот. Развода-то никакого. Так посмотреть. Видишь как? Надо развод делать маленький. Одна сторона как бы повыше, поэтому она тянет на ту сторону. Я всю деревню. Раньше, когда была деревня, я в 10 классе был. Вот, ножницы. У всех овечки были, тогда вот, ты порежешься. И. Ножницы точить. Вся деревня ко мне несли. Я не знаю, почему так. Топоры, там, пилы вот эти вот. Но это трудно. Надо было напильник новый. Нечем. Работу всегда можно найти, если ты желаешь. Тем более в деревне. Тебя все знают. Если одному хорошо сделал, он другому передает. Я в Барнауле живу и делал печи. В общей сложности около 40 лет на печах. Это очень выгодное дело, ну конечно, если ты мастер. Но я строительный техникум кончал, промышленное гражданское строительство. Поэтому хороший, когда на практике был, там поляк какой-то был, старик. Я маленько так, говорится, поднабрался из книжек, да. Ну и делал печи, старался. От фундамента до трубы две печи в день выкладывал. Ну и там одному делаешь, а он хвалится, что у меня все кипит. До самого полутепло,
и 1,5 тонны сэкономил угля. Ну, это, молву пускает, рекламу дают. И приходит один, говорит, ну я же с вами договаривался, а тут пришел какой-то татарин. И говорит, да, правильно, говорит, этот Лапкин, он, говорит, прораб, но он сам не делает. У него, говорит, бригада, говорит, по всему городу делает. А вот мы из его бригады. То есть, ты знаешь, что это такое? Это не просто как-то... Уже под твоим именем начали. Ты говоришь, вы сами бы сделали мне. Я говорю, никакой бригады нету, я один. Всегда хожу один. Поэтому я отвечаю. Людям делаю печь и год бесплатно любой ремонт. Если, конечно, не топится или что-то. И в любом деле, это нам отец наказывал. Ты, сынок, так делай, чтобы тебя еще раз пригласили, еще делай. Он сперва вверх забрался, а потом вниз, задом. А сейчас, ну что, голубоглазое чудо. Его обстригли, у него потником, как валенок был. А сейчас уже шерсть, это батюшка помог, он овечек стрижет. Белый, уходи, давай, уходи. У тебя что-то там с глазами не ладно, подожди. Все время надо протирать. Он не умывается. А? Он не умывается, вот и беда. Не умывается. А вот у этого у него никогда нет. Это иди, хвост-то так и не отрос. Ступай. Давай, Володя, делить будем. Угу. Кошки это хорошо. У меня стихотворение есть. Для многих кошка не последний друг. Египетское чудо совершенства. У ног моих свернулось спящий круг и греет электрической шерстью. Припев. Без кошка амба нашему амбару, каюк уюту в наших погребах. С мышами бой ведем мы с ней на пару, чтоб с голодухи не пришлось рыдать. Вон наш лабас стоит. Что, Игнать? Что там такое? Лабас. Лабас видно. А-а-а. Я лабас показал. Ну давай. Все. А то непогода будет. Тут надо скорее закончить все.